Итак, всем привет, дорогие друзья, меня зовут Эдисон, и сегодня я хочу объявить еще один конкурс на одну лицензию Майнкрафта. Конкурс будет длиться одну неделю. Требования такие же, это подписка на мой канал, поставить лайк под это видео, оставить комментарии, типа, что вы участвуете, желательно оставить свой скайп, чтобы я сразу мог написать. И, конечно же, подписка на канал спонсора, ссылка будет в описании, это же, конечно, открыть свой фид, чтобы я мог зайти и посмотреть, сделали ли вы все эти требования. Еще раз скажу, конкурс будет длиться одну неделю, то есть результаты будут у нас, сейчас я вспомню какое это число, 19 января вроде, это у нас будет следующая неделя. И вроде все, дорогие друзья. Я сейчас хочу сказать, что я не делаю потом результаты конкурса, так как я просто в день вот этого, день выдачи результата, вот этих всех результатов, я просто-напросто выбирается один победитель, и все. И я ему даю там, пишу ему в скайп, и все. Я не делаю какие-то там результаты и все такое. Я как делаю, дорогие друзья? Я пишу одному, как бы победившему, если он там не отвечает какое-то определенное количество времени, я пишу второму, потому что я не буду там ждать день-два, пока кто-то ответит. Ну, если второй не отвечает, я пишу третьему. И так, кто ответит, тот и победил. Все, дорогие друзья, желаю вам удачи, участвуйте, ставьте лайки, выполняйте требования, чтобы участвовать в конкурсе. Всем желаю удачи и всем пока.